Всем привет, вы на канале Темная Рисит, меня зовут Дима. Я начинаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный флаг. Эта история будет о юном капитане Эдварде Кеннероне, который будет втянут в войну между тамплиерами и ассасинами. Это будет война, которая может уничтожить наследие пиратов. История начинается. Добро пожаловать в золотой век пиратства. Да уж, блин, кстати говоря, это реальная история начинается, поэтому всем желаю приятнейшего просмотра. Игра, правда, охерительная. Я, по крайней мере, надеюсь, ведь эта игрушка выиграла в вопросе моего следующего прохождения. Так, выберут нам, какой же нам ник себе выбрать, б? Надо подумать, а? Блин, а тебя назовем себе просто... Блин, нравится мне этот ник. Легко и просто, а? Во, все. Думаю, нормально подойдет. Да уж, история. Молодого юного капитана Эдварда Кеннерона начинается. Блин, я с большим удовольствием эту игрушку буду играть, а. Так, действие игры начнется в 1715 году. Во, я буду сказать. Держись! Мыс Унифиста. Юг. Видите его? Все к пушкам! Охренеть, нифига себе, сука, ассасин! Ё-моё! А вот он и Эдвард. Так, я понял, понял, так добейте эту штурмового корабля. Офигенно, блин. Охерительная игрушка. Понял, понял тебя. Надо быстрее, быстрее, быстрее. От меня надо осмотреться. Да, ну и погода, да. Штурвалу, черт возьми! Да иду, иду я, иду. Удар серьезный! Пол корабля! Так, теперь у нас стрельба из пушек. Ага. Понял, вау, блин, стрельба из пушек. Охереть. Так, 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 так. Выполняем! Блин, неудобно, короче, стрелять на самом деле. Готовый блин! Он идет ко дну! Ага, все, понял, спасибо. Вау, блин, это охерительная игрушка. Блин! Блин, офигеть, какая же она интересная. Потопите вражеские корабли. Понял, понял. Блин, офигеть, какая же это интересная игра все-таки, а. Стреляю, стреляю. Ой, последний мудил остался, походу, самый жесткий, наверное. Да, там же, блин, сука, ассасин был, а. Блин, 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 почему так делается, а? Это как-то... Блин! Есть, 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 попал. Ага, замедлится. Да нифига себе. Давай, подобим их. Давай, давай, с большим удовольствием, а. Ага, памяти зона недоступна, да? Блин, что приказали? Есть, есть, чуть под... Охереть, ну игрушка, блин! А. Да, да! Все, мы снова потопили. Порох, сейчас рванет! Тушите огонь! Давай сюда, пес! Ай! Это опасно? Эдвард? М? Каперство это опасно? За опасность нам и платят. А почему не королевский флот? Там жалования и люди знатные. К черту все это знать. Убиваться за гроши, чтобы капитан наживался. Так не заработаешь. Опять ты о деньгах. Пойми же, Кэролайн. Я хочу достойной жизни. Хочу жить в достойном доме. Есть хорошую пищу. И сколько же тебя не будет дома? Год, может. Или два. Хорошо. Не больше двух. Обещай. Охерительное начало, честное слово. Походу, Эдвард не сдержал обещания, которые дал своей жене.
Или девушки, не знаю. Так, добейтесь до берега. Блин, какая же офигенная игрушка. Я очень рад, что она в вопросе выиграла. В принципе, если любая игра выиграла бы, я бы любую из этих игр проходил в вопросе. Поэтому спасибо вам, кто в вопросе участвовал на самом деле. Огромное всем спасибо. Так, плывите быстрее. Ага. Да уж, корабли просто чертям нахер разнесло, блин, а. Это офигительная игрушка. Не знаю, что будет дальше, но я с большим удовольствием ее пройду. Тут такая в море очень классная и чистая вода, прям такая, как в крае первом. Охерительная. Кстати говоря, компания Ubisoft представляет эту прикольную игру. Да, вау, море такое чистое. Вау, красиво. Офигеть, а. Шикардосно. Сука, ассасин. Тоже понравилось? Гавана. Мне нужно в Гавану. Надо лишь построить новый корабль. Я заплачу. Ведь пираты любят звон монет. Я дам тебе 100 из кода. Так-так? Так да, или нет? А деньги потом, да? Пираты, черт бы вас побрал! Далеко собрались-то? Да, так, найти ассасина. Понял, блин, так классная, офигительная игрушка, посмотрите. Эй, приятель, какое... не будем ссориться. Посмотрите, какое красивое чистое море, блин, какая графика в этой игре. Она просто охерительная на самом деле, блин. С большим удовольствием я в нее буду играть, он мне очень понравился. Правда, желаю всем приятного просмотра и огромное всем спасибо за поддержку. Кстати говоря, финал был Far Cry просто охерительный, мне очень понравилось. Так, сбежи, не удержите, чтобы бежать. Ага, понял. Вау, блин, я до этого, конечно, играл в Ассасина, но старенькие части, а вот я не играл. Я играл в вторую часть Ассасина, а вот это просто охерительная часть, а. Вау, как же тут красиво, хочется просто остаться. Блин, вместе и смотреть на водопад, блин, как летают птички, как по краю, честное слово, вау, блин, мне нравится, а море просто тут охерительное. Отсюда до Гаваны 100 лиг, не меньше. Вы что, пешком пойдете? А, Эдвард, он тебя не слышит, да? Да уж, блин, вау, блин, а, я понимаю, почему людям очень понравилась эта часть, а, хоть я не играл в нее, но уже вижу, почему она такая офигенная, но именно люди ее хвалят. Говорят, что она охерительная, одна из лучших частей в данной серии. Как люди, это люди говорят. В принципе, я с ними могу согласиться на самом деле. Я, конечно, не знаю, что будет дальше, как будет происходить действие, но мне кажется, будет очень даже интересно. Правда, очень-очень интересненько. Так, ну, в принципе, все как обычно, так же паузы, как в обычных частях. Так, опа, а вот она что. Нет, не туда, Эдвард, не туда. Так, надеюсь, я все делаю правильно. Так, как обычно, синхронизация, я люблю эту фигнюшку, а. Посмотрите, как красиво, правда, вот смотрите, пальму, блин, ну не могу нарадоваться, какая же это охерительная игра. Кстати, игра первая часть называется Эдвард Кэнерон, Абстерго. Вот, забыл сказать, вау, видели, блин, птичка, вау, это попугай или что? Вау, солнце так ярко светит, охереть. Давай сделаем синхронизацию. Вау, же красивое море, просто охерительное, честное слово, блин, оно как настоящее, реально, а. Так, какой же ты дебил побежал, блин, понял, прыжок веры, как говорится, я помню, в Ассасине смотрел фильм, так называется, вау, блин, охеренный прыжок, честное слово, тякушки. Болван. Да он не болван, он кретин. Так, надо будет быстренько нам ящик обыскать, почему бы и нет, а? Только фрагмент собрать, я знаю.
Так, надо будет. Ага, вот так вот, все. Во-во-во-во-во. Давай, Эдвард, давай, Эдвард, давай, я тебе верю. Так, фрагмент, надеюсь, я смогу его взять. Ой-ой-ой. Блин, а, во. Во как было. О, какое дело. Я есть, взял фрагмент, а теперь надо будет обыскать сундук. Как нам нужны, то боны, и как это как в игре называется. В общем, пускай так скажу, деньги нужны нам, а. Как в игре эти деньги называются, блин. Зараза, я не знаю, а. Опа, вот он и ящик, а. Софига и сохраненочка, а. Офигенно. Давай. Так, украсть, блин, блин, как эти штучки называются, я забыл. Пускай будут деньги, а. Так, надо будет еще куда-то вниз, думаю, сходить, вниз полазить. Это тебе все далеко не убежит, а? Поэтому сейчас быстренько полазим. Патрончики возьмем. Ой, патрончики, блин, капец, патроны, блин. И сундуки обыщем, а? Кстати говоря, сундук там где-то вверху находится еще. Надо будет... Мы пропустили его, а? Нельзя пропускать сундуки, а? Нам реально денежки нужны, а? Блин, это очень красивая игра. Красивый, классный остров. Блин, вообще офигенно. Ну как, тут у нас что будет? Кстати говоря, офигенно сохранёшки везде есть. Вау, я же говорил, надо будет подзаработать, а как потом надо будет себе купить оружие, все такое, костюмы там, ну и все такое, патрончики на пистолет. Может даже сам ствол, кстати говоря, у меня кроме сабли ничего, сабли. Блин, в это слово говорить нормально, нету больше ничего. Опа, животное, ну-ка, где ты? Ага. Мне показали, а. Кость кабана. Ну, пригодится, почему бы и нет. Так, теперь сундук где находится у нас? А сундук находится внизу, ага. Понял. Давай, Эдвард, спускайся. Эти Эдвард, классики пирата. Начало просто мне очень понравилось. Да, офигительное начало на самом деле, а. Блин, сначала мы выиграем битву что-то хорошо, потом, блин, бах, бочки с горючим, блин, взрываются и, как говорится, аж чуть причем плюс шторм офигенная. Ой, блин. А что я хочу сделать, а? Там, видите, сундук, там еще бутылка есть, а? Я думаю, если не пить, то спуститься, но я хочу, думаю, вот вниз попробовать отсюда спрыгнуть, а? Что будет? Не выживу, выживу, не выживу я. Попробовать надо, а? Как говорится. А нет, я тут разобьюсь, а? Блин, надо как-то по-другому придумать план. А вот туда? Смогу я выжить? Просто учиться, чтобы я об скалу не разбился, а? Так, прыжок веры. Нифига себе он прыгнул. Эдвард, ты просто охеренный, блин, а? Так, у нас первый сундук будет тут-то. Или тут-то, блин. Они одинаковые, в принципе, расстояние до них, а? Охерительная игра. Просто офигительная. Еще и под водой можно плавать. Блин, какая же тут чистая вода. Реально, просто офигительная. Еще бы камеру себе поднастроить бы, чтобы лучше было видно. Блин, это шикардосненькая игрушка, правда. Ссылки на мою группу возгорелись, у вас будут в описании. Вступайте в мою группу, мои группы вместе будут веселее. Кстати говоря, я сегодня собираюсь, так сказать, еще стрим записать танковый, поэтому милости прошу, к нашему шалашу, как говорится. Так, бутылочка, что ж там мы найдем такого интересного в этой бутылке? Опа, это наш, да, это наш, так сказать, мой боевой товарищ. Так, где бутылка? Бутылка, я пропускаю тебя, а, вот она. Офигенно веду эту татуировку, честное слово, блин, а мне такие татушки классные. Так, что это у нас? Обсерватория. Ну, хотите, почитайте, я просто не мастер чест, поэтому не обессудьте, правда. Ну, тут интересное, на самом деле, чтиво, правда, а? Хотя, ладно, прочитаю. Несколько дней я спрашивал и моего похитителя Балама, он спрашивал меня не меньше, но я не... Мог и гадать, что ждет наконец-то. На седьмой день я выложил, что тяжелым грузом лежало у меня на сердце. Что вы хотите от меня, что держите в плену? Так, ну-ка, дальше что у нас там? Что у нас дальше будет, мне интересно. Так, в плену. Но Балам рассмеялся в ответ. Тут ты здесь не пленник, мудрец, ты можешь уйти в любое время, только скажи, куда хочешь попасть, если это будет в наших силах, мы доставим тебя туда. Ого! Сей ответ удивил, даже рассердил меня. Так, зачем же пощущать меня таким дьявольским способом? Ты поступил как разбойник, не иначе. И вот что я услышал, твой хозяин принимал у себя
Тамплиера. Ого, Тамплиера? И может быть сам уже примкнул к ним. Таким людям нельзя доверить такое сокровище, как ты. Беги их. Им нужно знание, которое таит твой разум, твое видение, твоя память и путь к одному месту, никогда дорогому для тебя, к обсерватории. Да, простите, что так очень плохо прочитал. У меня заведено в ушах, у меня звенело в ушах. Я слышал это слово раньше, снова воспоминания из былых времен. А! Ого! Так. А, что ведь меня хотите? Что от меня хотите вы? Спросил я. Вы также пожелаете вырвать у меня эти тайны? Балам улыбнулся. Я их не боюсь, но только ты решишь, с кем им делиться. Твои тайны лежат тебе и только тебе. Блин, простите, что так хреново прочитал, на самом деле. Я просто не мастер чтец, поэтому извиняюсь за это, правда. Но было интересное чтиво, офигенное, блин. Чтиво, мудрец, Балам, тайна, блин, заговоры, офигенная вода. Так, она сейчас срочно, быстренько поплавался, тягоминается, как он так прикольно прыгает, а. Поэтому еще раз извините, то, что я так хреново прочитал, правда. Я не мастер чтец, поэтому не обессудь, я особенно... Я просто бывает слова путаюсь. Не то, что я не умею читать, я себе не умею. Я именно путаюсь в словах, бываюсь. А? Вот что проблема. Так, давайте быстренько заберемся обратно. Дабы, чтобы, типа, ускориться, как говорится. Стоит теперь у нас больше денег, поэтому это офигенно. Пойдемте теперь искать этого хренового ассасина. Я думаю, все равно он далеко не убежит. Понятия не имею, что дальше произойдет. Но мне кажется, будет даже очень интересно. Поэтому еще раз прошу прощения за мое... Небрежное чтение. Я умею читать, но просто бывает путаюсь в словах. Я особенно когда записываю после прохождения для людей, чтобы они смотрели с радостью, я просто бывает волнуюсь и... Ну, вы меня, думаю, понимаете. Правда, офигенный, блин, а. Сейчас быстренько... Опа, еще сундук, а. Я знаю, я просто хочу в этом острове, в этой местности именно. На острове, да. Хочу все вместе ящики. Вместе нам было бы легче. Согласен с тобой, Эдвард, было бы легче. Этот придурок совершенно не слушает тебя. Хочу просто все сундуки, какие возможно, собрать. Дабы мне очень деньги будут нужны. Реально прикольный дубон и все такое. Надо бы, кстати, настроить себе камеру, чтобы было хорошо видно. А то у меня что-то камера тупит, а. Ну, имею в виду от третьего лица. Так, опять синхронизация. Давайте синхронизируем, почему бы и нет. Кстати, откуда этот дебил убежит, а? Что будет, блядь, дальше меня очень-очень волнует, на самом деле, а. Я люблю вот эту штучку-дрючку делать, а? Синхронизацию. Вау, блин, это, скорее всего, ворон, наверное. Да, Эдвард, я уже почти везде полазил. Офигенная, блин, красивый остров, очень даже красивая. Реально охеренная. Здесь, правда, Эдвард по окончании игры вернется к своей девушке и станет богаче. А? Может быть, не в деньгах, но просто поймет, что деньги не главное в жизни. Они нужны, я не отрицаю. Эй, это что, охренел, что ли? Убить ассасина? Ну ладно, он сам, сука, напросился. Потом вернусь за сундуками, а? Сука, это сам напросился, я не хотел его убивать. Если бы хотел бы, он бы еще раньше мог убить бы саблями, а? Когда тот не выстрелил в него. Блин, беги, Эдвард, давай. Сейчас, сука, это убежит, а? А, ненавижу, как эти мудаки убегают, а? Зараза, я помню, в той части, блин, бегал за одними придурками, блин, бесило меня. Когда их поймать не мог, а? Как вообще? Блядь, да что за фигня? А, пока Эдвард... А, все, он дальше не побежит, слава богам. А какого фига он стопорнул? Ну, ладненько, походу, сейчас придется с ним махаться. А, ну, почему бы и нет? Опа, карта, сокровища, деньги. Давай, призывок, а? Посмотрим, какой ты крутой, а? Все? Серьезно? Фу, он лох, а. Епатика во мрате, блин, честное слово, а. Я думал, как-то битва будет мощнее. Он оказался вообще просто чистым лошариком, а. На самом деле. Капец. Посол тебе. Как там тебя зовут вообще? Сеньор Дункан Уолпл. Я принимаю ваши щедрые предложения и с нетерпением жду у себя. Если вы располагаете нужной нам информацией, мы щедро вас вознаградим. К
Конечно, я не знаю вашего лица, но, полагаю, смогу узнать по костюму, которым славится ваш орден. Итак, поспешите в Гавану. И поверьте, мы примем вас как брата. Сумас умильде сервидор, эль губернадор Лауреано Торрес и Аяла. Говорит, за костюм идет ассасина. Теперь я понимаю, почему. Что ж, Уолпол, пора за наградой. Пора, Эдвард. Теперь я понимаю, почему Эдвард одел костюм ассасина. Ну, я просто видел по картинке, что он будет в костюме ассасина. Блин, офигенный тут сюжет, на самом деле. Такой закрученный, интересный. Так, найдите путь в Гавану. Это дебил вообще, по сути, я был дебилом. Так, карта сокровища. Получается, тут у нас сокровище крестик. А где мы находимся? В общем, вопрос. Ладно, конечно, все сейчас сделаю. Карту нажму, по крайней мере. Как там карта называется? А, вот, на тап. Ого. Тут получается раз, два. Я вот думал, вот сюда вы сходите. Думаю, вы не против, чтобы я полазил, а? Я думаю, мне кажется, потом я сюда больше не вернусь. А если вернусь, то уж точно не скоро. Поэтому давайте быстренько возьмем, так сказать. Немножечко полазим, больше денег все соберем. Правда, костюм офигенный. Этот дебил. Я думал, как-то битва будет с этим придурком мощнее. А в итоге Эдвард так быстро его кокнул, что меня даже это удивило на самом деле. Реально, так бах-бах, и все. Ну, все равно было прикольно. Блин. В принципе, если Эдвард не убил бы его, и игры бы не было бы на самом деле бы. Так, у нас получится бросить деньги. Не, а куда деньги бросить? Я что, тебе богаче, что ли, какой? Чтоб деньги бросать. Опа-опа, на рианах раскачивается, прикольно. Так, надо как-то тут разобраться. Вау, красивая радуга. Вот только как, а? Это, блин, наш главный вопрос. Так, по сути говоря, а, все, я нашел. Нашел, как разобраться. Давай. Люблю тут везде лазить, на самом деле, а? Обыскивать все сундуки, да вы, думаю, меня понимаете, почему бы не сделать так, а? Если говорит, большое удовольствие, я оставлю на канале, потом пойду и все части Far Cry, вторую часть, третью, которую я тоже не играл. Так, следующий фрагмент. Ага, я, по сути говоря, два фрагмента собрал уже. Так, получается нам надо... Так или как там у нас еще? Это дерево мы в пик залезем, еще сундук обыщем, а? Опа, подождите, давайте. Вау, а? Сколько же денег собрал себе уже, а? Сырье и все такое? Блин, а? Блин, надо будет потом себе корабль купить свой, ну если вообще мне может корабль достанется, а? Будет прикольно. Я типа слышу, что здесь еще будем мы битвы на кораблях будут, а? Так, думаю, так надо собраться. Лишний сундук находится там, а? Сначала я хочу взять фрагмент. А фрагмент надо будет взять только, блин, только каким-то образом попасть сюда. Так, вот как только тут, а? Так, блин, демончик. Давай, подтупливай. Как же тебе это взять? Ну это дерево красивое, кстати, дерево очень, блин. Ладненько, пойдем все-таки сначала сундук возьмем, а? Чтобы... Вау, блин, прикольненько так прыгает по воде, а? Блин, это реально, Ubisoft молодцы, поставили на такое, она правда интересная, хоть я только немножечко в нее играю, но мне уже хочется играть дальше, а? Побольше бы таких игр, а, на самом деле, как Ассасин, как Far Cry 1. Так, я надеюсь, я правильно иду. Так, ну тут, в принципе, да. А, сука, тут почему-то все равно не залазить, да? Что бы ни делаешь, все равно залезть невозможно, блин. Как же, сука, мне добраться до того? Ого, обезьянка! Вау, блин, обезьяна, серьезно. Как мне добраться до этого, блин? Хреновина, а? Реально, как? Блин, я тут, наверное, полчаса буду сюкаться, дугаться. Как мне взять фрагмент? Вот в чем вопрос. Он находится в таком месте, блин. На дереве, которое я не могу залезть. А, все, я слепец, я увидел, тут, блин, капец, я лоханулся, на самом деле, я увидел, вот, ветка получается тут. Блин, твою медь, а, ну я, в принципе, правильное направление подумал, на самом деле, тут еще прикольненькие надо думать будет, разгадки разгадывать, как я понимаю, если я не ошибаюсь. Опа, вот оно все. Я же говорю, найду, как сделать все. Давай, вау, фрагмент следующий собрал. Такая прикольненько. Все, теперь пойдемте, как говорится, к тумбоюмбе, к статуе. Як, еще один? Вау. А тут у нас получится, что будет? Опять сохранёчка. Вау, круто, что игра сохраняется. Блин, сколько я уже денег собрал на самом деле, а? Самфир, вау, самфир, так самфир, блин. Выгонить бы слово бы. Так, то походу надо будет придется нам думать, скорее всего. Ну ладненько.
Тут человек говорит, ого, кабанчик, мне кабанчик, я тебя трогать не буду, а пока ты мне не нужен. Ведь я же не совсем жестокий человек, а, чтобы тебя убивать. Видите, кабанчик застыл, видите, что он делает, а? Ай, кабанчик, а. О, вау, блин, радуга так красиво, блин, блестит, честное слово, как настоящая радуга, а. Так, что у нас тут придется делать? На самом деле, что придется делать? Сейчас, походу, дело узнаю. Так. А, все, понял. Понял, что надо. Я вдуплил, что надо делать именно. Так, получается, нам надо сделать так будет. Так, ушки, оладушки. Не-не-не, во-во-во, почти-почти. Я ж говорю, и не так уж трудно было. Ну, что мы тут найдем? Так, ну-ка, давай, посмотрим, что тут такого мы интересного. Как говорится, разыщем. Блин, фигенно прыгает. Так, ну-ка, давай. Копай. А, вот так вот, типа, а, там особо даже не глубоко было, да? Серьезно? Прикольно. И что мы тут такого интересного нашли? Вау. Сучка-дучка пригодится нам, по ходу дела. Так, камень майя. Ого, камень майя, нифига себе. Походу, таких камней майя будет много, по ходу дела разбрался, на. Сейчас быстренько ящик возьмем и будем, пойдем искать путь в Гаванну. Блин, это офигительная игра. В принципе, я стараюсь играть только в лучшие игры, потому что они реально лучшие. Так, кабанчики, вас двое, может кто-то тут из вас, а? Хотя ладненько, давайте немножечко устроим побежечку, а? Так, контейнер понятия не имею. О, ящик где? Извини, кабанчика, но ты сам нарвался. Блин, не показывает, как он это делает, да? Зараза. Кстати, когда 5-6 ФРК убрали вот эту штучку-дучку. Когда было ФРК-3, ФРК-4, когда ты убьешь животное. Опа, опять фрагмент. Так, это уже, походу, у нас необычный фрагмент. Когда ты убьешь животных, там, блин, показывает, как ты их расчленяешь. Типа, видели от детям, это будет жестоко слишком. А, блин, когда люди, детишки играют, блин, в игры ужасики, там, где, блин, ковищи дофига и расчленки, это нормально, а? В такие игры, блин, играть нельзя. Блин, такие моменты нельзя, блин, использовать. Блин, полнейший, честное слово. Правда, огромное всем вам спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Все это. О, ты, сука, ты еще бегать будешь, а? Ё-моё, песенка, ну ты сучка, а? Я тебя же явно не поймаю с такими беготнями. Беги, беги, Эдвард, беги! А, бля, песня, сука, убегает, а? Ёшки, да поводи, я не поймаю её, а? Посмотрим, как я поймаю, не получится её поймать. Сараза, а? Да пока я поднимусь, я чувствую, не поймаю. Он так, сука, ещё быстро убегает, а? А, всё, она убежала, сука, от меня. Ладно, песенка, черт с тобой. Пошли выполнять миссию. Ой, нифига себе, сколько хп сразу снял себя. Кабанчик, прости еще раз. Теперь так легко их убивать на самом деле, а? Блин, почему не показывает, а? Ладно, все. Так, куда нам вообще идти, по ходу дела? Так, надо нажать тап и галочку поставить. Это я заблудился. Куда мне вообще идти надо, да? Так, иники-быники. Оба. Эдвардики, вареники, все, Эдвард, погнали. Это правда очень такая, даже сказать, прикольненькая игрушка. Я думаю, нам дойти в это направление, скорее всего. Все, кабанчики, я больше вас трогать не буду, а. Хватит уже, я вас достаточно уже поубивал, ваших братьев, а. Так, ну, скорее всего, где-то в пещере находится. Вау, красивый водопад, правда. Так, этот у нас где находится? Также в пещере, серьезно? Кабанчик, ты сам нарываешься, а. Чтобы тебе кокнуло. Так, ладненько, все. Вниз спускаемся. Дабы тут, думаю, мы не погибнем. Да, тут, в принципе, не высоко. Так, получается, где же у нас находится? Опа, вот она что. Все-таки, да, ладно, все-таки. Опа, вот она. А, нет, показалось, не песня. Блин, это факел. Вон она что получается. Нихера себе, как пещера. Офигеть, а. Вау, ну тут, блин, и классная игрушка. Все-таки, я, правда, полазил везде, а. Песня все равно не поймаю, заразу, блин, сука, убежала от меня. Так, вау, прикольненькие такие, классные пещеры, блин, офигенно. Вау, а ну-ка, тут у нас что такого будет? Блин, сука, ж я денег сам уже взял, скорее всего, мне хватит теперь на новую пушку, а. А это у нас получается, что такое за местность? Красивая, прикольная.
Так, я надеюсь, я правильно направление иду. Но, честно говорю, живом. Я даже не знаю, сюда мне идти, не сюда. Давайте все-таки прыгнем вниз, а? Надеюсь, не погибнем. По крайней мере, я надеюсь на это. Зараза, не погибли. Так, все, сейчас сделаем опять синхронизацию. Блин, я походу вообще неправильно направление, скорее всего, пошел, а? Просто точки нету, куда идти, поэтому, блин, я заблудился. Вау, бля, тут красиво. Ну, скорее всего, я все-таки вышел в правильное направление. Да, я же дебил, походу, этого убил. Если тут скоро можно идти туда. Блин, это офигенная, интересная игрушка. Ну да, 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 я прав. А вон и корабль. Эта шкура здесь очень кстати. Согласен с тобой, да, согласен. Все-таки я пошел в правильное направление. Так, Эдвард, запретная зона. А, пофигу. Вау, блин. Люблю так делать синхронизации в состенях на самом деле, а. Одиссея, подоговорят, мне не такая уж интересная история. Одна из лучших игр получилась именно вот эта часть, а, из частей. Так, давай, Эдвард, прыгаем. Прыжок вверх, это офигительная штучка-мучка. Сейчас быстренько еще один возьмем, как говорится, ящичек. Сундук, какой ящик, блин. И все, и пойдем. Может быть, тут мы пушку найдем или патроны на пистолет. Блин, я столько уже денег собрал, как бы, как они называются, только я не знаю, а. Я просто запамятовал, а. Давно уже в Ассасина играл, именно вообще просто Ассасина, поэтому забыл, а. Вау, как же крутая водичка, даже и море, и обычная вода. Ух ты! Командор направился в Кингстон. Особенно. Изымем этот корабль и последуем за ним. Ну-ка. Простите, Кингстон? Нет, наш путь лежит в Гавану. Я лишь купец. Молчать, проклятый пират! Тебя вздернут за твои грехи! Пират? Ну я же ни в чем не виноват. Так, зона выслеживания. Ого, понял, спасибо. Мы встали на якорь, чтобы пополнить запасы провизии. Ха-ха, я знаю, это... О, по черепаха. Стоять! Держи их! Блин, зараза. Дай мне хоть одну причину не убивать тебя. Возьмите мой сахар, забирайте все. Сахар? Иди ко мне, сюда иди, давай. Скажите, сколько? Чё ты не слышишь меня, да? Ах ты, сука, глухая. Сука, он глухой, а? Он срочно надо спасти торговца. О боже! Да зараза, ты пойдёшь ко мне? Не хочет идти. Да ладно, сам тебя убью. Ты не хочешь ко мне Возьмите идти. Возьмите мой сахар, забирайте всё. Так, второй тамплиер готов, а? Так, осталось примерно еще человека 3, да? Так, лагушки, потом уже обычным, говорится, все сундуки, а? Я заплачу! Скажите, сколько? Блин, у меня ничего нету, ни пушки, ни хрена. Сараза. Еще получится трое около него. А вот, да, скорее всего, торговец, это корабль торговца. О, боже! Надо спасти его, а? Так, вторая цель, которая, третья цель, которую я убью, это будет чувак. Так, ушки изменяются и так вот бах, и в кустике его, а. Возьмите мой сахар, ой, забирайте все. Вау, у них еще и бабки есть, классная черепаха. Ой. Ух, блин, повезло. Бля, я просто пушки нет, кроме ни хрена. Я заплачу, скажите сколько. Все, погнали, блин. Опа, парировали. Вот это на самом деле атака. Побить защиту. Офигенно. Охерительная игра. Да все хорошо. О, слава богу. Спаситель. Премного благодарен. Он ваш? Да, он мой. Но, увы, вот его капитан. Я же в мореходстве профан. Я вполне могу повести его сам. Вы же не скроетесь моим кораблем? Дункан. Ваше имя, друг? Стит Боннет. Господин Боннет, строго между нами. Я выполняю тайные поручения Его Величества, и мне срочно нужно в Гавану. Какое счастье! И мой путь в Гавану. Отправимся вместе. Союзники, стало быть? Слава богу, сэр. Поначалу я принял вас за пирата. Правда? Да. У вас особая манера держаться. Сразу видно, вы не шутите.
Я струсил. Но сегодня и день богат на разные события, согласитесь? Так доберитесь до того корабля. Окей, окей. Шлюпки нет. Опасаюсь, кораблю нам придется плыть. Могло бы быть и хуже. Ладненько, чувак, я потом сначала быстренько схожу за сундуком, а? Так никак я потом явно сюда не вернусь, а? А там сундук недалеко находится, и, кстати, я фрагмент тоже. Почему бы эти фрагменты все не собрать, а? Блин! О, телефон, надо было снять камзол! Окей, 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 кстати, офигенная, классненькая, интересная игрушка. Еще раз всем желаю приятного просмотра, если вы кушаете, приятного аппетита! Кстати, я надеюсь, вам понравится мое прохождение ассасина. Да уж, блин, да, где фрагмент, фрагмент? Получается, ого, как я походу его не возьму или возьму. Ваня, сейчас быстренько схожу за ним, и все, и пойду, как говорится, на кораблик. Блин, мне очень понравился, на самом деле, начали игры, блин, на корабле, вот гостиница, это было офигенно. Это было просто шикардосно, на самом деле. Видите, все-таки пути есть, типа, обратно восхода наверх. Блин, так, как теперь мне эту штучку-дырочку взять, фрагмент именно. Так, ага, тут, а, во-во-во, Эдвард, подожди, не ту, Эдвард, не туда, Эдвард, не тупи. А, блин, мне очень нравится, на самом деле, прикольные такие экшенские игрушечки. Вообще, в принципе, я вообще все игры люблю, кроме стратегии, а стратегия мне не особо нравится. А все остальные игрушки, блин, я с большим удовольствием люблю играть. Так, Эдвард, давай. Эдвард. Опа, так, теперь фрагмент. Давай. Прям идеально. Вау. Блин, я собрал, походу, я собрал все фрагменты, которые были на этом острове. А? Все. Как там, если был, зовут его? Сейчас забыл, запамятовал. Ага. Ладненько, походу, дело опять вспомним. А? Блин, просто заболтался и имя его забыл. Моего нового друга. А? Блин, а. Офигенная. Да, деньги бросить. Ого, у меня 4609. Нифига себе. Блин, а море просто офигенное тут, а? Так, карта сокровищ. Вау, блин. Так, что выбрать карту затем? Окей, окей. Давайте выберем карту. Так, получается, у нас крестик это... А, вот получается крестик. Все-все-все, понял. Крестик это будет сокровище, сундук. Блин, а крутяк, а? Так, F3, почему бы и нет? Ух ты. Ну да, это... Те... Опа, 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 вот куда. А, все понял, да, я там был. Да, я собирал эти сокровища. И тут тоже я, походу, был. Или не был. Блин, это пока с ними места, типа, крестиками. Где зарыто сокровище, а? Вау, офигенно. Так, F9. А, F9, ладно, черт, карта сокровищ. Все, мой новый друг, я иду. А море просто такое офигенное, посмотрите, а. Оно реально как настоящее, блин. Рыбки плавают, охереть игра. Она мне очень понравилась, а. Честное слово, блин, я с кайфом играю на самом деле в эту игру, а. Ну, блин, это реально офигенно. Дайте мне, что будет дальше, но дальше, мне кажется, будет еще интереснее. Офигенно тут прописан, классный сюжет. Мне кажется, дай мне бог, чтобы он дальше был такой же интересный. Все, я новый капитан этого корабля. Доберитесь, плывите из залива. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но большего мне и не нужно. Возить товары с плантации. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. На всех парусах с большим удовольствием. Увы, музычку я не взял, блин, мелодию, зараза, это. А, зараза от меня убежала. Чувствую ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана. Крепкий аромат возможностей. Правильный настрой, дружище. Надеюсь, я плыву в правильное направление. Ой. Спустить брамселя и бомб брамселя! Фу, блин, чуть-чуть не попало. Мы несемся быстрее самого ветра! Я чуть в скалу не попал, блин. Капец, я, конечно, молодец, а. Так, ладушки, ладушки. У тебя радует... Матросы весьма обеспокоены тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Но в основном пираты у наветренного пролива между Кубой и Испаньолой. Понятно, да. Там оживленный путь. Да, уша, опа, цапля. По правде говоря, что нам опасаться пиратов? Корабль невелик, на борту ничего ценного. Сахарный тростник, патока, ром, подобные товары. К
Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да. Тут вы правы. Так, ну, в принципе, правильное направление по уму. Блин, это очень классная, офигенно интересная игрушка. Блин. Я не знаю, я бы... Извините, не могу перескать ему свои эмоции, как именно... Спустить бомбу, Марселя, Марселя! Она правда офигенная. Тут выпустили битву на кораблях, тут битвы на суше, блин. Тут можно и полазить, обследовать острова, найти, блин, разгадать загадки. Это правда офигенная игра. Так, события. Ого, нифига себе, кит! Охереть, видели, какой большой кит? Вау! Ну все, мы выпали. Почти до пули, как говорится. Вы прирожденный моряк. Я успел немало постоять у руля. 2 года был матросом на капере. Черт побери. Вот жизнь достойная мужчины. Столько приключений. Изумительно. Да, странного я видел немало. Блин, офигенное начало, просто шикардосное начало, блин. Охерительное, блин. Очень интересная игра. Прекрасно. Многообещающе. Да, согласен, многообещающий проект. Я надеюсь, что дальше игрушка меня будет также радовать. Действие Ubisoft выполнено. Так, спокойнее. Ну вот, с возвращением. Ух ты, красивая. Ну, показатели в норме. Убедимся, что с тобой все нормально. Да нормально все. Покрути головой и посмотри на лампы. Сюда. Вверх. Вот так. Вниз. Пока все хорошо. Вставай. Встаю, встаю. Ну, ты в проекте образец 17. Для начала тебе понадобится вот это. Ну вот. Тест, 1, 2, 3, привет, бонжур. Сабон, работает? Работает, работает. Ну что, прогуляемся? Выходит, исследование памяти тебе не в новинку. Странно, что опыта мало. У тебя талант. Потоки данных стабильные. Да уж, офигенно, блин, честное слово, блин, играть предком, блин, а, в принципе, как предыдущие части, когда да? играли Десмонтом. Этому зданию всего полгода, но Abstergo Entertainment работает уже несколько лет, с 2010-го. Ого, 2010-го? Нифига себе, офигеть, мать, посмотрите, как по это прикольно, а. Полгода зданию, а тут офигенно забабахали его. Знаешь про Liberation? Наш первый проект с технологией Animus. Это было только начало. Очень скоро мы начнем распространять коммерческие серверы Animus по всему миру. А, Эвелина? Только пассивный знаю, режим, знаю. Конечно. Адаптация истории. Самое интересное. И есть идеальная тема для первого полноценного проекта. Карибские пираты. Работа для тебя. Карибские пираты? Прикольное название. Опачи. Привет, красотка. Спасибо, Нэнси. Бонжоне. Bonjour, bonjour. Так, ну теперь куда мне? C'est bon, c'était prêt. Magnifique, merci. Французы. Это тебе. Главный инструмент в нашем деле. Коммуникатор. Давай, включай. Он классный. С большим удовольствием включу, почему бы и нет. Так, ушки, ладушки, куда нам идти? А, ну, в принципе, она показывает. Кажется, за ней. Кажется, что у нас тут не очень строго с безопасностью. Просто коммуникатор — это универсальный ключ. Понял, понял тебя, блин, даже тут красивая вода. Она везде офигенная в этой игре. Вообще, само здание прикольное, блин, а. Я помню, я играл Десмонтом, блин. Ну, видел, так же был. Как сейчас этот человек, правда, какого зовут, понятия не имею, а. И почему он первое лицо показывает его, а? Тоже не знаю. Как он вообще выглядит, а. Мужик это, баба. Хотя, скорее всего, мужик, а. Видишь мигающий сигнал? Есть контакт с лифтом. Только после вас. Нам в студию проекта образец 17. Второй этаж. Ага, окей, погнали. Так, что-то понял, что у меня не полная руки, так должно быть. А мне кажется, скорее всего, нет. А надо бы как-то игру немножко поднастроить, а? Ну что? Вперед! Пошли, пошли.
Вау, кстати, это прикольная, а? Это наш босс, Оливье Гарно. Я вас познакомлю. Бонжур. Салют, Мелани. Ça va bien? Спасибо. Это наш новый сотрудник, первый день. Здорово. Бонжур. Какой проект? Образец 17. Род Кенуэ. Хейтен, Коннор. Эдвард, пират. Эй, йо-хо-хо! Очень интересно, добро пожаловать. Мелани, можно поговорить у тебя? Да, только устрою человека. Минут 5. C'est bon. Рад знакомству. Итак, этаж проекта образец 17. Исследуем память одного очень ценного донора. Дезмонда Майлза. Берем самое интересное из его ДНК. И я очень надеюсь, когда-нибудь все это выльется в невероятную историю. Ух ты, Эдвард, Эвелина, офигеть, мультиплеер, да, класса. Этот недотепа Джон, наш чудо-айтишник, чинит кое-что для тебя. Я не чиню, я отладчик. Отладчик, да. А вот и он, твой персональный рабочий анимус. Прошу, садись, расслабься и найди что-нибудь интересное. Если нужны подсказки, в аниму загружены обучающие программы. Разберешься. А я зайду позже. На абордаж. Ага, на абордаж. Спасибо тебе за все. Так уж, вернитесь в свой анимус. Блин, офигенно. Статуэтка Эдварда. Весь какой-то статуэток можно будет собрать, а по ходу дела. Да уж, блин. Даже интересная игрушка. Еще мигает, может быть, можно ее нажать. Блин, такое прикольное местечко, кресло, блин, компьютер. Не в такой монитор, бы. Я бы только радовался бы. Добро пожаловать в Анимус Омега. Инструмент Абстерго Интертеймент для исследований памяти предков. Если возникнут вопросы по работе в консоли Анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта, Мелани Лемей. Мелани ее зовут. Вы стали участником проекта «Образец 17». Ваш объект – Эдвард Джеймс Кенуэй. Дата рождения – 10 марта 1693 года. Суонси, Уэльс. Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Экстра-нейротрансмиттеры включены. Эдвард Джеймс Кенуэй, блин, офигеть, а? Какая же охеренная игра, а? Блин, предков, блин, офигеть, а? Вау, вау, Гаванна. А красивое местечко это Гаванна, а? Мне нравится. А сейчас все привет, бывай, бывай. Блин, а, читай, вау, а. Интересная, классная игра. Да, уже. А, волшебная Гаванна. Я тут уже бывал. Неизгладимые впечатления. Гавана, Куба, июль 2015 год. Нет, нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Верно. Преступникам вроде вас нужно быть начеку. Да уж, ну я вот юморист, а? Ничего не скажешь, а? Блин, память предков, все такое, блин, это охерительная игра. Класс. Я бы сам хотел бы так погрузиться в анимус бы и с кем не поиграть бы. А Англия с Испанией вели войну. А теперь я торгую с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. А где тут лучшие койки? Я бы сейчас вздремнул. Скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же. Надеюсь. Первая часть под названием Эдвард Кенуэй Абстерго завершена. Увидимся в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не болейте, не скучайте. Игра просто охеренная. Очень скоро увидимся в следующей части. Надеюсь, вам понравится мой танковый стрим. Всем пока-пока. Игра просто мне очень-очень понравилась.